Учителя начальных классов от РАО на областном форуме освоили новые методы обучения азбуки. Кроме того, они приняли участие в специальной секции и обменялись мнениями с экспертами. В форуме приняли участие около 200 учителей из всех школ области. В ходе форума ряд учителей начальных классов продемонстрировали умение эффективно сочетать свои знания на практике и рационально реализовывать инновационные технологии. В сегодняшнем мероприятии принимают участие по одному учителю из всех школ района. Всего около 200. В полдень приняли участие в пленарном совещании. И вот после обеда слушают лекции профессоров. Члены группы составителей азбуки Азия Жумабаева напомнила о позиции Ахмета Байтурсынова. Детям нужно тренировать звук, прежде чем показывать буквы. Дело в том, что дети, пришедшие учиться, хотя и умеют говорить, не знают, что слово состоит из звука. Они приходят в школу не для того, чтобы учиться звуку, а чтобы учиться читать и писать. А читать, писать, не зная звука, сложно. Поэтому Ахмет Байтурсынов высказал мнение, что необходимо сначала тренироваться со звуком. В новой азбуке много особенностей. Главной особенностью является изучение нового аппарата, который делает возможным использование новых подходов и методов. Научившись этому, учитель сможет привить ребенку особенности новой азбуки. Присутствовавшая на семинаре Ахмарал Губашева, у которой 34-летний стаж работы, рассказала учителям о пользе подобных встреч. Сегодняшнее мероприятие организовано на очень высоком уровне. Поделились коллегами современными методами, услышали много нового. Сколько бы лет мы ни работали, мы постоянно находимся в поиске. В завершении форума были награждены лучшие спикеры и активные педагоги. По словам организаторов, подобные мероприятия планируется организовывать как можно чаще. Астанай Бакыт, Жарылғас Жалғасұлы, телеканал Атырау.